Раньше вот здесь был крупозавод. Вот это уже пошло строение недостроенное. Предполагалось все время сделать, но его так и не завершили. Это сибалеватор, зернохранилище. Говорят, что их должно было по всему Советскому Союзу быть 5 штук. Один где-то там на Западе доделали, но наш, соответственно, заброшен, как и многие другие. Высота, предположительно, где-то 70 с небольшим метров вот этой большой башни. В свое время мы здесь играли в пятнашки.